играет встречный марш. Звучит команда марш, и стройные ряды чеканят шаг быды-быды. Почетный караул берет на караул, и оживлен народ. Он ждет, все готово, и вот-вот подадутся все вперед. У нас же постоянно в офисе разговор только об этом. Как ребят преодолели, а выходили ли они на связь, а что они говорили, а какая погода, а что нового у них было. Да что переживал, молились всей страной. Боялся, как все сухопутные люди. Я себя представлял на месте каждого из участников, и я думал, господи, да какая должна быть сплоченная команда, они должны быть чувствовать локоть друг друга. Я ничего в жизни подобного не видел, не испытывал, не был к этому причастен. И вот частичку этого я несу в себе. Я молилась, я переживала, я просила Господа, дай Бог, чтобы у них все было хорошо. И я в 4 утра просто дома, увидев в компьютере новости, я танцевала. Знаете, я танцевала, пела, кричала, наверное, соседей испугала. Но я искренне за них рада была, что они живы, что они добрались. Я считаю, что эти ребята просто герои во всех, со всех сторон, к какой только не подойти. Настоящие, наверное, российские, русские мужики. В ежедневных наших буднях не хватает вот подвига. И когда мы видим, что подвигу есть место, ну, это интересно. На самом деле это очень интересно и здорово. Показательный пример стойкости, выносливости человека, когда он идет к своей цели. Если ты принял решение, просто сделай шаг, иди и делай. И даже такая страшная стихия, как море, она может тебе покориться. Я представляю, насколько малы мои препятствия, которые у меня есть, по сравнению с тем, что они преодолели. Они меня вдохновляют просто фантастически. Это просто какой-то мотор изнутри ракеты, это какой-то новый вид, я не знаю, там топлива, энергии, чего-то такого, что просто меняет изнутри тебя, переворачивает прям. Нет предела человеческим возможностям. Я так понимаю, что это только начало большого пути. Компромат, Лена.